когда принимали закон Савченко под эмоциями, то этот закон привел к тому, что лица, осужденные на длительные сроки заключения за тяжкие, особо тяжкие преступления, убийства, ограбления, изнасилования, стали выходить гораздо раньше срока. Естественно, человек, находящийся в следственном изоляторе, он полноправный гражданин Украины, он может быть невиновен. И должны быть созданы условия, при которых он бы просто терял бы, отвечал бы за свое содеянное своим временем, своей жизнью, но не, так сказать, испытывал какие-то пытки и страдания. Но в том виде, который есть закон Савченко, он показал свое несоответствие реалиям, поэтому он будет отменен. И останется момент только в случае, если человек совершил преступление средней тяжести, находился в СИЗО, хотя таких случаев будут единицы, тогда ему может быть зачет за один день нахождения в СИЗО, за два. Всех остальных случаев это применяться не будет. Или же это будет дано на усмотрение суда в определенных моментах, когда человек показал, что он не совершает каких-то серьезных преступлений.